То, что случилось, это громадная потеря для Грузии, это громадная потеря для всех нас, не только тех, кто знал Таху Бендухидзе лично, но и тех, кто не был с ним знаком. Мы все были его учениками в той или иной степени. Конечно, прежде всего те, которые разделяли его взгляды. Пройдет немало времени, пока мы до конца осознаем эту потерю, хотя я сомневаюсь, что это можно до конца осознать. Прежде всего потому, что Каха был самой жизнью. У него было столько жизни, столько энергии. Это был по-настоящему большой человек. Это одна сторона медали. Ну и другая, конечно, то, что нам оставил Каха. Нам оставил Каха множество своих мыслей, задумок. Он оставил нам замечательные университеты, свободные и аграрные университеты. Он оставил нам идею свободы, которая, в принципе, будет в какой-то степени путеводной звездой для Грузии всегда.